Здорово, вы чаны. Внесу небольшую корректировку в рекламу. И как же поиграть со мной? Ну, за бабки, естественно. Иначе никак. Если вы даже какой-нибудь госумега, я иногда даю пати людям, когда вот, допустим, не стримлю, просто так. Я же ж предупреждал, что, мол, если вы у меня в стиме, я вам могу кинуть пати, даже если вы не платили за игру. Просто когда хочется с кем-то поиграть, а не с кем, а мне всегда почти не с кем играть, и я пати даю людям. Но вот так принято, что, мол, меня считают фидером ебаным. Некоторые люди, они в интернете, для них профессиональный игрок это Хабенский, наверное, они плакаты там с ним покупают, или Дунди, или Вансута еще хуже. 150 рублей. Это игра обычная. Обычная игра. Да, я могу пикнуть лейта, на них я не очень ебошу. Ну, могу пофармить, конечно, у меня будет на 10-й минуте 75 мобов. Но не факт, что я до того, как наш трон снесут, вообще выйду. Да, когда уже трон падет, я, возможно, на антимаге выплюнусь в лес, чтобы меня не видели. И все. А хотите, чтобы я выиграл? 250 рублей. 250 рублей, одна игра. Но вы можете пригласить друзьяшек. Да. 150 рублей, это чисто вы один. 250, чтобы я выиграл. Это Залор и Пудж. Двух героев буду пикать. На них я лучше всех. И не надо сравнивать меня с ублюдками яролашными. Я выше, я выше. Вот видите, я выше. Они ниже. На Эзалоре, кто со мной играл, почти всегда выигрывают. Сейчас у меня винрейт попортился на нем, но только потому, что некоторые люди на лейтах вообще не ок. И на 10-й минуте у них одно ПТ, когда полный фрифарм почти идет. Некоторые скажут, мол, я с тобой играл, там, когда фармил, ты задувку на мобов тратил, но проблем. Могу только на ублюдков, чтобы отгонять их. Все дела. 250 рублей выигранная игра. Это, по-моему, копейки, чтобы я потел. Вот. Вы мне скажите, пацаны, будут ли про типа игроки потеть просто так? Просто так. От них уделать. Вы дайте мне 1 миллиард, 1 миллион долларов, да, или хотя бы там турнир какой-то. Я могу команду я потом дособеру, пацаны. Но я пока не в настроении. Пиздец, в каком не настроении. Поедем на Яралаш, и вот там хайт скилл я вам покажу всем. Потому что только за деньги жопу поднимаем. Только за деньги. За 150, вот 150 рублей. Ну, выиграем не... Там где-то даже 30% вин-не вин. В зависимости от того, как вы ебошите. Такие дела, почему. Так что 250. Теперь Луик на Ютубе. 250 рублей тоже. 250. Но, извините меня, Луик это Луик. А игра со мной, чтобы вы выиграли, это уже многого стоит. Чтоб я попотел. Знаете, я как потею. Народ видел, посмотрите последние стримы мои. На стримах по 5 человек. Что это такое? 5 человек. Я иногда даже свой стрим не могу найти в рекомендованных каналах. Ну, не рекомендованных, а кто в данный момент стримит. В игре Dota 2. Вообще меня там нет. Забыли. А сейчас и смысла нету пытаться. А, я не то нажал, судя по всему. Блять. Ну ладно, сам факт. Ночью я включил стрим, и не было людей. И стрима тоже, в общем, нигде не висело в Твиче.
Все, бибек весь мощадка 250 рублей. Игра со мной 250 луик. 150 рублей обычная. Где реквизиты узнать? Заходим на новую страницу ВКонтакте, и там все для всех написано. I'll be back.